Что? Друзья, сегодня с утра мы постригли пальмы в Алуште. И уже вот к обеду привезли нашей морячке Соне угощение, самое вкусное для нее, потому что у себя в Африке это было любимое лакомство бегемота. Ну а теперь у нас в Крыму это импортозамещение. Мы не напрасно целую пальмовую рощу растили, чтобы периодически их стричь и давать угощение нашему любимому бегемоту. Слушай, она как-то слабо чавкает. А она прекрасно.